Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки? Еще моя бабушка рассказывала мне про этот способ. Я тогда смеялась, а зря. Про эти заговоры много лет спустя мне рассказала моя сотрудница, когда я заметила булавку у нее на внутренней стороне в блузке. Сотрудница была очень успешной, и я решила и сама попробовать ради интереса. Ничего особенного я от обычной булавки не ждала. Но тем не менее, случайность это или скорее нет, но именно с того момента у меня очень сильно увеличилась прибыль. Конечно, можно в это не верить, но попробовать точно стоит. Как показал мой опыт, работает независимо от того, верите вы или нет. В погоне за благополучием мы часто забываем о древних, но действенных методах, которые способны приблизить желаемое. С помощью несложных заговоров можно привлечь удачу, деньги и любовь. Булавка – универсальный предмет, который найдется в доме у каждой хозяйки. С ее помощью можно обезопасить себя и свой дом от негативной энергии, защититься от сглаза и порчи. Заговоры и ритуалы на булавку помогут привлечь в жизнь удачу и благополучие. Заговор на булавку – привлечение удачи. Полночь возьмите самую маленькую булавку и найдите уединенное место. Положите ее на чистую салфетку и зажгите свечу. Проговорите слова заговора: «Маленькая булавка, большое счастье». Заговаривай острый конец на удачу, тупой – на избавление от проблем. Булавку с собой ношу, никому не говорю. Привлекаю в жизнь благополучие. Копните на нее воском несколько раз и оставьте до утра. Затем уберите воск, а булавку приколите в незаметном месте на одежду. Заговор на булавку. Привлекаем денежное благополучие. Вам понадобятся не настоящие бумажные деньги, а распечатанные или приобретенные в магазине сувениров. Возьмите булавку золотого цвета, положите ее в святую воду на несколько минут, а затем проколите ей максимально возможное количество купюр. Важно, чтобы булавка застегнулась. Проговорите слова ритуала: «Булавка острая да шустрая, денежки нашла, себе прибрала, крепко в них вцепилась, ко мне с прибылью возвратилась». Этот амулет, притягивающий денежное благополучие, необходимо положить рядом с настоящими купюрами, чтобы энергетика денег сообщалась талисману. Его можно носить с собой или положить в место, где вы храните свои сбережения. Заговор на привлечение любви. Из красной ткани вырежьте два сердечка и напишите на них свои инициалы и вашего возлюбленного, если такового нет. Просто обозначьте сердце предполагаемого партнера, написав «жених». Зажгите красную свечу и поставьте ее на свои сердечки. Раскрытая булавка поводите над пламенем свечи, проговаривая заговор: «Огонь разгорается яркий, как летняя пора, жаркий. Вселяю в сердца любовь искреннюю, чувства чистые. Булавкой скрепляю, скорой встречи желаю. Проснется симпатия неразрывная, длиной в жизнь любовь взаимная». Скрепите сердечки неостывшей булавкой и положите на ночь под подушку. Если вам приснится добрый сон, ожидайте скорой встречи с возлюбленным. Если сновидения сумбурны, повторите ритуал через 3 дня. Привлекать в жизнь благополучие можно и с помощью других ритуалов. Однако помните, что корысть и зависть – не лучшие спутники магии.